Турецкий мусульманин пропагандирует щедрость. Житель Мардина ввел необычную традицию. Дважды в неделю он дарит сладкие подарки всем детям на районе. Сотни мальчиков и девочек ожидают приезда дяди Абдулькадира, а он, в свою очередь, торопится на встречу со своими юными друзьями. Риэлтор Абдулькадир Озмен радует малышей на протяжении 2 лет. Продолжение ролика смотрите на канале Нур ТВ+ по этой ссылке.